Меня зовут Роберт Невилл. Я единственный выживший, оставшийся в Нью-Йорке. Если меня кто-нибудь слышит, отзовитесь. Вы не одиноки. Нью-Йорк. Вашингтон. Людям страшно. Даже не знаю, чего ты больше боишься. Что ты найдешь? Или что нет? Миллиардов было на планете, когда появился вирус. Этот вирус уничтожил 90% людей, то есть 5,5 миллиарда человек мертвы. Вы не одни. Знаете других уцелевших? Они уничтожили нас. И я не понимаю, почему так все происходит. Надежда есть. Привет, вы, наверное, подумали, каким образом может быть вторая часть, если он умер в конце первой? Таким же вопросом задался режиссер этого фильма, который хотел снять продолжение, но никак не мог придумать, как это нормально показать. Но, ребят, не стоит забывать, что у фильма есть и вторая концовка, в которой главный герой выживает. Как раз опираясь на нее, мы решили сделать этот концепт-трейлер, в котором мы предположили, как бы это все могло выглядеть. Мы очень долго над ним работали, специально для этого трейлера написали музыку и спели. В общем, если вам понравился наш трейлер и вы хотели бы увидеть больше подобных видосов, то просто подписывайтесь. Это был Teaser Pro. До новых встреч!